Костина и Владислава Горбачева выступают в дуэте чуть больше года, но уже добились немалых высот. Победа в московском областном конкурсе «Голосов звучания» – достижение, которым действительно можно гордиться. Вокалом девочки увлекаются с самого детства. Я с детства любила петь. У меня такая любовь почему-то к пению. Вот. С детства я всегда пела своим родителям. Они меня всегда слушали и поддерживали в этом. И вот 6 лет назад я узнала о музыкальной школе. Когда мне исполнилось 7 лет, я пошла в первый класс. Как раз тут отходил набор в музыкальную школу. И я прошла прослушивание и попала в пятерку на бесплатное обучение. Когда я была маленькая, я очень много пела. А потом, когда мы пришли в музыкальную школу, обязательно было хор, вокал. Вот, и я пела, и потом сейчас на вокале пою. Отточить мастерство юным вокалисткам помогает педагог Ксения Чабан. Именно она обратила внимание на то, что голоса девочек дополняют друг друга и в дуэте будут звучать гармонично. Девочки учатся в 6 классе, но вот так вот спелись мы с ними достаточно недавно, только 2-й год мы поем. Они поют у меня в хоре. И мне показалось, что голоса так похожи. Я решила сделать дуэт. Конкурс, в котором вокалистки одержали победу, проходил в дистанционном формате из-за ограничений, связанных с пандемией. Девочки спели песню перед камерой и отправили видео членам жюри. Победы вдохновляют, признаются участницы дуэта. Они дают стимул работать и двигаться дальше. Познакомиться поближе с Анной и Владиславой, а также больше узнать о работе детской школы искусств вы сможете сегодня в программе «Специальный репортаж». Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».